Новоспортивная 6. Оживление в этом дворе царит с самого утра. Участники субботника разбирают инвентарь. Грабли, мешки для мусора и защитные перчатки. Фронт работ немалый. За осень и зиму здесь скопилось много листвы, бумажных оберток и другого мусора. Среди тех, кто поучаствовал в весенней уборке Воденцова, и первый заместитель председателя Московской областной думы Лариса Лазутина. Мы убираем наши придворовые территории. Я очень рада, что к нам присоединились наш молодежный парламент. Это наша надежда, очень активные ребята. Я очень благодарна, потому что они очень живо откликнулись. Наша общественная палата, наши будущие депутаты, которые будут работать. То есть абсолютно хорошие и абсолютно разные люди, но, знаете, объединены одной идеей, чтобы у нас город был чистый. Убирают быстро, но качественно. Для многих участников субботника этот двор – лишь одна из нескольких точек, где необходимо навести порядок. За считанные минуты мусором наполнено более десятка мешков. С учетом того, что наша Московская область сейчас приходит на новый уровень раздельного сбора мусора, поэтому мы считаем, что это актуально, мы хотим показывать пример всему нашему поколению, и чтобы как можно больше людей подключались к данной акции, ведь кто, если не мы? Работа кипит и в других одинцовских дворах. На этой площадке работают газовики. Здесь также собирают мусор и палую листву, а также приводят в порядок объекты на участке с газовым оборудованием. С кисточкой в руках директор Мособлгаза Дмитрий Голубков. Знаете, для меня поработать на газовом хозяйстве в Одинцовском районе, это, знаете, вдвойне приятно, потому что мы приводим в порядок и свои объекты, которые находятся непосредственно в жилых зонах, в кварталах, где там, где живут люди, и они должны, соответственно, иметь цивильный вид, выглядеть достойно. Это не последняя общественная уборка в этом году. Уже на следующих выходных Одинцово, как и вся Московская область, примет участие в масштабном региональном субботнике. Роман Попов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».